Он вспомнил 6 мая. 6 мая у нас был Хадерлес. Мы уже 30 лет примерно исправляем в святом месте Азизлер. До 6 мая было везде приклеено объявление, что 6 мая Хадерлеса не будет. Лично я очень был недоволен этим. Порвал 3-4 объявления, в нашем доме висело. И позвонили ребята, народ звонил, из Обнинские местные жители. Очень были возмущены, что не будет это самое, давайте как-нибудь сами проведем. И вот мы собрали деньги, провели. В 12 часов дня, к самый разгар этого праздника, это молебен, приезжает Арпатленгер. Вот сейчас человек уже вот-вот зайдет, он вам подтвердит. Алим его зовут. Он подходит к Алиму и вынуждает его, говорит, ты будешь говорить, возьми микрофон и скажи, что это региональный меджлис организовал. А Алим начал возмущаться и говорит, как это так? Есть, ты развешал везде объявления и ты сказал, что этого не будет. Но местный изобильнинский народ и гости, они собрали средства. Алим, проходи. Собрали средства, и мы говорить об этом не будем. Он начал ему чуть-чуть угрожать. В этот момент я вмешался в этот разговор. Я говорю, что случилось, почему ты так говоришь? Он развернулся, быстро-быстро сел в машину и уехал.